Прошу ответить вас, невеста. Да. Маша, ты жених? В ЗАГСах свадебный бум. Дело в том, что сотни пар мечтают произнести заветное «да» именно в день семьи, любви и верности. Вот только успели подать заявление немногие. Анна и Вадим в числе счастливчиков. 18-го мы познакомились, 8-го начали встречаться, но решили выбрать дату 8-го тоже. 3 восьмерки, еще как бы знак бесконечности, все это вместе вот так. В общем, и потом только, кстати, узнали, что это еще и праздник. Ну что вы, я так рада была, что меня замуж взяли, что мне было все равно, в какое, даже если 1 апреля было, если бы я была просто рада, я хотела замуж. А вот супружеская пара Людмила Александра Герасимова в магию чисел не верят. Поженились они в феврале 52 года назад и с тех пор не расставались. Познакомились в вечерней школе и уже спустя 3 месяца Александр повел любимую под венец. Непосредственностью. И очень быстро нашли общий контакт. Она хозяйка великолепная, жена великолепная. Женщина была хорошая. Женщина хорошая. Да. Мы друг без друга просто не можем. Все это хорошо, но друг друга... Ну, это вот, знаете, как в фильме, вот жжет в груди. И зачем я домой пойду, если тебя там нет? В жизни были и ссоры, и недопонимания. Над отношениями трудились оба. Но именно супруг, рассказывает Людмила Тихоновна, тушил конфликты. Причем одним взглядом. И вообще, говорит женщина, мужчина всему голова. Все зависит от мужчины. Как моя внучка сказала старшая, бабушка, ты джекпот. Вот вы посмотрите на невесту. Ну, она прекрасна. Глаза сияют, она на пороге красивой жизни. А через год что? Глаза потухшие. Потому что мужчина... не понимает, что он взял. Просто нам очень приличные мужчины всем достались вот здесь вот на поселке. Она вышивает ему картину, он построил для нее дом. В свои 74 целый день проводят на свежем воздухе, а вечером вместе смотрят футбол. На двоих у них 3 сыновей, 5 внуков. Всячески оберегать семью, говорят Герасимовы, нужно постоянно, а не только в день ее создания. Валентина Аскерова, Александр Андропов, Анастасия Бертенева. День с толком.